Привет. Привет, элита, элитные подписчики, которые подписались на второй канал для того, чтобы следить за мной, за всеми подробностями. Я обещал здесь тоже что-то выкладывать. Но, короче, я был в отпуске. Ну как отпуск? Мы все были в отпуске, да? Ну, вот на эти январские праздники. Я на январские праздники уезжал в набережные Челны на машине такси. И, блин, вот я только сейчас подумал, вот я только сейчас подумал о том, что когда я был там, я даже не записал ничего на этот второй канал. Блин, я вообще забыл. Когда я отдыхал, я вообще забыл про всякую работу, в том числе и про YouTube. Но справедливости ради нужно отметить, что видос я там все-таки записал. Видос «Работа в такси в набережных Челнах на Hyundai Sonata по эконому». Там, где заказы от 50 рублей. Вот. Видос будет, но перед этим будет видос про то, как я работал в Москве в предновогодние дни, в декабрьские. 30 декабря, по-моему, было это. Вот. То есть, ожидаете два видоса. Я пропал, да, ну, так получается. Я вам и говорю, что я сейчас буду делать видосы редко, потому что я работаю. Но сейчас есть некоторые мысли, как ускорить производство видео. Я буду стараться это делать. Но пока что два видео уже у меня, ну, в плане готовы, отсняты. Их сейчас нужно монтировать. И я бы даже сказал, не два, а три. Один видос вообще не на тему такси. Опять же, да, почему я делаю про такси, хотя я обещал, что не буду делать про такси. Ну, во-первых, вы же сами просите, а во-вторых, ну, хоть о чем-то же делать нужно. И вот делаю. Пока что будут видео два про такси и одно не про такси. В принципе, что еще сказать, все. Дорога в Челны была интересная. Тысячи километров на автомобиле. На таком автомобиле я даже не устал ехать, это было очень прикольно. Все, что, ждите, элитные подписчики моего второго канала. Что-то еще хотел вроде бы сказать. Да, если вспомню, то скажу. Все, вроде записал одним дублем. Все, выкладываю.